Всем привет, с вами Миха, мы на канале Похудеть Бесплатно. Девочки, мы сегодня опять на выездном заседании, приехали в Санжейку. Саня, сегодня основной спонсор Руси, как обычно, молчит. Опять мы на море, в этот раз, правда, там спуск был закрыт, поэтому мы, где вот эти волшебные ступеньки, сейчас они будут уже все это раскладывать, а я вам на секундочку море покажу. Ветерок. Главное, выезжали из Одессы, было так тепло, классно, ветра, а вот на море всегда ветерок. Посмотрите на эту красоту, ступеньки. Помните, я вам фото кидал? Выдолблены прямо вот тут на высоте, на верхотуре. Пляж пустой, никого нет, как и в тот раз. Но, смотрите, обещали дождь, поэтому мы не рискнем спускаться на машине. Сядем вот тут прямо. Поле, море. Вот, кстати, вертолет, видите? Он прилетел, видать, или забирает кого-то из отеля из этого, или наоборот, кого-то привез. Сейчас я пока не пойду вниз к морю. Или сходить, пока мы еще не начинали. Ладно, сбегаю быстро ради вас. Экстремальные ступенечки. Проверю. Главное не покатиться, а то будешь катиться потом до самого низу. Они чуть-чуть, знаете, видать, из-за того, что дождь льет, они такие под наклоном. Опс. Опс. Блин, прикольно, надо же кто-то вот не поленился, сделал такую красоту. Огромная ему благодарность за несением в карму. Мы сильно не расстроились, что к морю мы не подъедем, потому что купаться мы точно не будем сегодня, уже 4 часа вечера. Получается, у Саньки сегодня ночью будет день рождения, так что можете, видео когда выйдет, у него уже пройдет оно. Поэтому можете его уже поздравлять. Жена его отпустила, чтобы он чуть-чуть погулял с нами. И завтра утречком мы его доставим назад, на день рождения. О, смотрите, какая медуза здоровенная. Лежит, выкинула море ее. Вот, видите, синий. Тогда Руслан кидался в меня таким, пока глаз не начал петь. Ветерок, шум, красивое море. Ну я точно купаться не буду. Чуть меня не затопило. Я, как обычно, со своим рюкзаком, с палаткой. Они там собирались на машине. Ну, собирались к магазину. А я 25 минут шагал с рюкзаком, ну, чтобы почувствовать поход. Потому что я знал, что приедем сюда и все, сядем тут. Уже тут сильно не похоже. Вообще классно. Вот я говорю, я следующим летом я сделаю пеший поход. Вот здесь я доеду до Ильичевска, ну, Черноморск. И оттуда пойду вот там 2 или 3 дня, может, пацанов, если у Сани будет отпуск, возьмем Руслана, Саню и пойдем такие по пляжу. По пляжу вот тяжело идти, понимаете, из-за песка. Красота. Вот что там за пещера или что там такое? Вон туда какие-то ступеньки выдолблены. Так, дайте я вас так прикрываю рукой, потому что ветруган дует. Непонятно. Что вот, видите, как, чтобы залезть туда. Неужели там дырка? Нет, не вижу. Просто какая-то выемка. Кто-то там сидит, медитирует или что это такое? Непонятно. Интересно, да? Песочек, смотрите, какой классный. Оделись мы потеплее. Понабрали побольше одеял всяких, чтобы ночью не замерзнуть. И на свежем воздухе отдыхаем. Класс, класс, класс. Я обожаю вот это. Пока, конечно, настоящего похода все никак
у меня не получилось. Ну ничего, будут и походы. Вот именно, чтобы идти пару дней. Круто, конечно. Конечно, тяжело мне будет с моими ногами. Но я хочу. А раз я хочу, значит, так и будет. Еще немножко моря вам. Не знаю, если дождя не будет, то попробую вам рассвет заснять. А если будет, то мы утром сразу ломанемся отсюда, чтобы не застрять тут. Они стоят. Это вы так вот ничего не могут без них, да? Стали стоять. Я думаю, они там раскладывают. Ладно, девочки. Все, пошел я гонять их. Сейчас мангальчик поставим. Шашлычок, рыбка, оливье есть. Все, бегу. Не прощаемся, смотрим утро. Всем доброе утро. 6:30 утра. Я уже проснулся. Эти гаврики еще спят. Руслан в машине. О, Саня уже не спит. Вот его рядом палатка. Русик в машине. Целую ночь дождь шел, блин. Меня тут затопило в палатке. С днем рождения, Саня. Вот тебе подарок такой, дождец, блин, целую ночь, блин, шел. Тебя там затопило? У меня вот, смотрите, вот, видите, вон вода. Вот эта сторона, получается, так везде все не промокло, а вот с этой стороны дул ветер, вот она провисла, и она намокла, и вот сюда вот, видите, мокро здесь. Ну, я сдвинулся, получается, сюда, ближе к этому. Вон обрыв, там море. Тишина, красота. Сейчас встанем, попьем кофейку и будем валить, потому что что тут дальше мокнуть, не вижу смысла. Тем более у Сани сегодня день рождения, тоже надо ему домой. Классно, я доволен. Хорошо, посидели, покушали, все пожарили, и шашлычки, и грибы. Ксюша, жена Санина, все это замариновала, наготовила. Оливье целый тазик съели вдвоем, потому что Руслан же не кушает там, где мясо есть. Рыба была, скумбрия, морковочка. Ну, короче, от души погуляли. Вы во сколько легли спать? Не начал спать подать. А? Не начал спать подать. Еще? Мясо мы тогда пожарили. Я закончил мясо жарить и ушел спать. Да. Ну, короче. Они там еще болтали, я слышал, сидели, разговаривали громко. Тут можно в поле разговаривать громко. Класс. Палаточка, конечно, подвела. Ну, знаете, зато теперь я знаю, что где у нее грехи. Как-то надо с этим бороться. Потому что вот так где-то дождь, ураганный ветер. А не дай бог вы идете там на 3 дня в поход, и у вас намокнет спальник, а они, понимаете, вот эти спальники, они впитывают как губка в себя воду. А потом в мокром спальнике спать невозможно. Вот смотрите, у меня вот, видите, подушечка такая есть, надувная. Я ее надул и все, поспал. Все, еще сниму, наверное, чуть-чуть моря, потом, когда вылезу, может, перестанет капать. Ну, он такой, не то, что идет, а вот слышите, прям, по чуть-чуть так, понемножку моросит. И вороны говорят. Море шумит, красотища. Рыбаков уже нету. Ну, естественно, целую ночь дождь шел. Красивое наше море. Вот сейчас, ну, оно не очень сейчас штормит, поэтому не такое уж черное, даже какое-то зеленоватое такое. Приятно, прикольно.
девочки, я убираю камеру, потому что моросит прям в лицо. Дождь идет, не намочите. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирукопец. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.